Полное описание и точная дата выхода 11 серии нового сериала «Девушки с Макаровым». 11 серия сериала выйдет на телеканале ТНТ 22 марта. В новой серии мы увидим, как Макаров поручает Туркиной совместное дело с криминалистом. Она думает, что начальник сделал это специально, узнав, что они с криминалистом переспали. Белов поручает Вербе отнести наркотики на экспертизу, но она путает пакеты и отдает вместо наркотиков пластилин, который купила сыну в детский сад. Попова побеждает Соломатина в боксерском спарринге, чем сильно злит его. Она предлагает Соломатину реванш, чтобы он мог реабилитироваться в глазах подчиненных. Напомним, 11 серия сериала «Девушки с Макаровым» выйдет на телеканале ТНТ 22 марта. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.